Друзья, привет! Я Фикс Прайс на проспекте Большевиков, 33, Санкт-Петербург. Походим по магазину, посмотрим, чем в этот раз порадует нас магазин, какие новинки, полезные товары привезли. Приятного вам просмотра! Вы только посмотрите, все, что я вам показывала 3 дня назад, все почти разобрали. Остался 1 кораблик, 1 мини-рыбка и 2 шкатулки из керамики. А это уже новое поступление, декоративная корзина 25 сантиметров с ручками, сделана из рогоза, джута и стальной каркас, 249 рублей. Белые, натуральный цвет и комбинированные. Подвезли небольшие блюдца для закусок 15 сантиметров. Я вам уже прежде их показывала. На дне есть объемный рисунок в виде звезды. Это опаловое стекло, 59 рублей. Набор контейнеров с крышками, 3 штуки. 500 миллилитров, 850 миллилитров и 1,5 литра. С помидорками, с кухонной утварью и с фруктами. Производитель Россия, 133 рубля. Красивое блюдо, 37 на 16 сантиметров. Посмотрите, украшено ракушками. Это фарфор, 199 рублей. Дуршлаг угловой на ножках, 19 на 14, высота 12 сантиметров. Перфорированный. Есть все 3 расцветки, вновь привезли. Производитель Россия, материал полипропилен, 59 рублей. В отделе посуды появились новинки, сплошные ракушки разных форм, разных объемов, но все белые из опалового стекла. Сейчас будем рассматривать. Блюдо для закусок, 190 миллилитров, вот такая красивая ракушка, белоснежная, глянцевая, 87 рублей. Думаю, за пару дней и их не будет. Соусница 9 сантиметров, 33 рубля, тоже ракушка. Салатник 460 миллилитров, в форме ракушки, внутри глянцевый, 62 рубля. Тарелочка 20 сантиметров, 69 рублей. Тарелка 26 сантиметров, также ракушка глянцевая, 124 рубля. Есть ракушка 30 сантиметров, это блюдо, 149 рублей. И большая ракушка, салатник на литр, 750 миллилитров. Глянцевая внутри и матовая снаружи, 174,50. Обычная белоснежная тарелочка, 19 сантиметров, 49,50. Новые симпатичные коврики для посуды в виде овощей и фруктов. Состав ТПР, полиэстер, фетр. Низ совершенно не скользкий, они такие приятные на ощупь, мягкие. Есть тыковка, авокадо и ананас. 99 рублей. Хорошенькие. Поступила форма для льда. Вот эти яркие вставки. Это термопластичная резина. То есть лед будет хорошо выдавливаться. Они были в том году и были хорошие отзывы. Разные расцветки, как всегда, 69 рублей. Аккумуляторный мини-вентилятор сюда также привезли с кабелем USB. Разные расцветки, 299 рублей. Гель для чистки туалета 3 в 1. Санитол удаляет ржавчину, известковый налет, неприятный запах. Есть марокканский грейпфрут, лимон и аква. Не содержит хлора. 99 рублей, 750 миллилитров. А это уже новинка, это набор аксессуаров для ванной. Сюда входит дозатор для жидкого мыла, стакан и мыльница. Все это сделано из керамики и полипропилен. Все наборы с разводами.
серыми и с розовыми. Где-то больше разводов, где-то меньше. Можно повыбирать. Цена 299 рублей. И выглядит симпатично. Бейсболка мужская, хлопок и полиэстер. Есть ремешок, можно отрегулировать размер. Все бейсболки камуфляжные. Расцветки посветлее, потемнее, 249 рублей. А это новые бейсболки мужские, вот с таким сетчатым задом. Также есть ремешок для регулировки размера. Фронтальная часть бейсболки хлопок, а задняя полиэстер. Есть волк, есть кинг-конг, лев, акула. Красивые бейсболки. 249 рублей. Новые женские шлепанцы вот с такими выдавленными звездами, открытые пальчики, очень легкие, на толстой подошве. Материал Эва. Размеры с 37 по 41. Белые и черные. Производитель Москва, 399 рублей. Теперь отдел канцелярии. Сюда завозят почти каждый день. Все, что нужно для школы. Креативный блокнот, 80 листов. Закрывается резиночкой. Капибара. Просто прелесть. Собачка. Очень приятные обложки, красивые. Цена 199 рублей. Девушка. Вот. Листочки белоснежные в клетку. Мне очень понравился вот этот ежедневник. Мягкая обложка с объемными фигурками. В данном случае собачки. Листочки в клетку. И закрывается на магнитный замочек. Также собачка. 80 листов. Посмотрите, с котиками. Замочек с лапкой. Состав спонж, полиуретан, металл и магнит. Очень красивые обложки, красивые ежедневники. 249 рублей. Вот такие тетрадки, блокноты я вижу также впервые. Это блокнот антистресс. В обложке там гелевые шарики, они расплываются в разные стороны. Их так приятно трогать. В блокноте 80 листов. Ну и, конечно, масса различных дизайнов. И девушки, и города, и какая-то абстракция. Очень приятные тетрадки. Цена 249 рублей. Комплект предметных тетрадей 12 штук. Со справочным материалом для средней школы. Тут и алгебра, и геометрия, и химия, физика, история и так далее. Продается только с пайкой. 399 рублей. Сюда также привезли сумки для сменной обуви с ручками, со светоотражающей полоской. Все дизайны, что показывала ранее. Очень плотные, верхний слой непромокаемый. 249 рублей. Классные сумки. Пенал из очень плотной ткани Оксфорд. А по бокам с торца вставлены вот такие силиконовые вставки. Очень яркие. Ну и, как видите, дизайнов море. Выбрать есть из чего. Цена по карте фикс прайс 189 рублей. Универсальные наклейки для маркировки детских вещей. 46 наклеек. Их привозят каждый год. Дизайны, как видите, разные. 59 рублей. А вот такое я вижу впервые. Это набор тканевых термонаклеек, 21 штука. В наборе 3 цвета. Легко фиксируются утюгом и не отклеиваются при стирке. 59 рублей. Металлические подставки для книг. В том году они также
поступали, и были очень хорошие отзывы. Можно регулировать угол наклона, и подставка очень надежная, выдержит самую увесистую книгу. Как видите, расцветок моря и дизайнов. 299 рублей. Бумага для акварели в наборе 20 листов, 29,7 на 42 сантиметра. Очень плотная. Плотность 180 грамм на квадратный метр. Очень красивые сами обложки. Прямо залюбовалась. Покажу вам все. Цена 199 рублей. Чуть не забыла сказать. Тетради с пластиковой обложкой, 18 листов. Это же здорово, не надо покупать обложки для тетрадей, так как тетрадки уже в обложке. Это же круто. Разные оттенки. 29,50. Набор блокнотов, 3 штучки на гребне. С очень смешными рисунками. Цена 69 рублей. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Еще минуточку побудем наверху. Но там такой сквозняк, я даже немного потом простыла. Вот говорю в нос. Может быть, кто-то услышал. Очень продуло. И пойдем вниз. И знаете, в этот раз повезло. На среднем уровне играл звонарь. Звонил в колокола. И это вы услышите. Я с вами прощаюсь, друзья. До завтра. Всего вам самого хорошего и пока. Высота 41 метр.
вот там мы на самом верху были.